Итак, мы посмотрели фильм «В центре внимания» 2015 года режиссера Тома Маккарти с Майклом Руффало и Марком Руффало, Майклом Китоном, Рэйчел МакАдамс в главных ролях, который получил Оскар за лучший сценарий и лучший фильм в этом году. Немного сенсационно я опередил «Выжившего» и кто главный претендент был на «Оскар»? Я не знаю, ты должен знать такие вещи. Я не помню, ну ладно, не об этом речь. Не получил лучшую мужскую роль второго плана, женскую роль режиссера монтаж. А этот, про бизнес, когда упал рынок, все дела. Вот. Да надо говорить, я думаю, что о впечатлении. Да. Ты спросила, во всей ли это церкви, было ли это у нас или нет. Ну, по крайней мере, речь об этом как бы не пойдет в статье Википедии по поводу этого скандала, потому что в данном случае речь идет о католической церкви. В России католическая церковь занимает очень маленькую долю по сравнению с православным. Я имею в виду не в России, а вообще в принципе. Вообще, в принципе, да. И они там несколько раз упоминают, но этот фильм американский, на сугубо американский рынок, изначально, наверное, рассчитанный на «Оскар» во многом, поэтому они там не очень-то говорят, они так вскользь говорят о Риме. И в конце титр, да, то, что... То есть сам факт того, что чувака перевели в Рим... Повысили, Ну, да, повысили. И в Рим, понимаешь, американского священника в Рим. Намекает, наверное, на то, что в надежде на то, что вот хотя бы европейская часть, она не останется нетронута. Нифига. А я точно, я помню, я не придавал никогда этому значения, но был у меня период, как раз, не помню в каких годах, но примерно в то время, когда я смотрел Euronews, и там очень много говорили об этих скандалах, и это были Euronews, где больше действительно европейские новости. Вот, поэтому это действительно такой симптом, они говорят о том, что дело не в том, что имел место такой случай или такие случаи, и дело даже не в том, что вместо уголовного преследования или хотя бы отлучения от церкви их просто переводили в другой регион, а дело в том, что это симптоматично, то, что это как бы, ну, как-то сам институт неправильно устроен. Если там психотерапевт, психолог ставит диагноз 6% священников. По его статистике, да, они там посчитали 1500, значит 90 человек. А по факту было больше 200. То есть его статистика процент, занижена. Да, получается процент, ну, как, по крайней мере, по Бостону еще больше. Вот. Но это же действительно очень закрытый институт, но в то же время очень мощный. Понимаешь? Так это штаты, где далеко не все католики, а есть государства сугубо католические, такие как Испания, Португалия, Италия, ну там большая часть Европы, допустим, да? Вот, где 90% людей католики, а не 30% там, как в Штатах, условно говоря. Я, мне кажется, хочу обратить внимание на сам, как снят фильм, и на игру актеров. Потому что мы сейчас больше к истории пошли. И не знаю, может быть, это связано с тем, что мы заранее проговорили то, что мы будем смотреть этот фильм. Я его смотрела очень внимательно. И мне очень понравилось, как именно сыграли актеры, особенно Марк Руффало. Он был очень нетипичный в этой роли. Он был обычно такой серьезный, очень сосредоточенный, а тут он был очень подвижный. И я думала о том, что
блин, люди действительно сидели и работали сутками, годами над этой темой. Они столько вложили в это энергии. И наверняка потом после фильма, ой, фу, после фильма, после этой истории, когда снимали фильм, брали у них интервью для фильма у самих героев. Это же были настоящие герои, я правильно поняла? Да. Вот. Да. Реально. Я не знаю подробностей вот создания самого фильма. Вот. Ну, наверное, нет, ну они всегда работают с этими людьми. Может быть, там заменены имена, но суть именно в том, что это именно том, что это они... бостонская газета, именно журналистское расследование, и именно. Нет. Понятно, что они работали и говорили с прототипами, которые старше них там лет на 10, на 15. Смысл в том, что когда-то они брали интервью, потом у них стали брать интервью. Да, разумеется, разумеется. Да, я думаю, у них стали брать интервью сразу же. И мы тут подошли плавно к другой теме, теме журналистики, этики и прочих всяких дел и влияния. Вне зависимости от политического уклада страны, вот весь этот институт журналистики, он влияет колоссальным образом на весь социум, на все общество. И в России тоже. Вопрос в том, насколько пресса, насколько СМИ прозрачны и насколько они делают то, что нужно делать. Вот какая ситуация. В этом смысле, и если параллельно как бы, да, вести тему церкви, именно церкви, а не религии. То есть есть религия, да, а есть церковь. Да. И есть определенная дистанция между ними. Вот, то в России, например, там в путинской и жесткой России говорили о том, что происходило там с этими, с Pussy Riot, с этим чуваком, который, ну, с Кириллом, митрополитом всея Руси, а что с ним с этими часами, ну, был ряд, целый ряд скандалов, связанных вот прям действительно один за другим, связанных с церковью. Ну, там была история с часами, где есть фотография на официальном сайте РПЦ, где он, значит, на руке у него часы, вот, и часы какие-то дико дорогие, ну, там какие-то просто, ну, несметно, какие-то там роликсы за какие-то адские деньги. Кто там упоминает об этом? Алексей, у нас садится батарея. Вот, очень жаль, ну ничего страшного. Кто-то упоминает об этом? Ну, может быть, мы... И на официальном сайте удаляют часы. А они остаются в отражении стола. Понимаешь? То есть, мало того, что они носят эти часы, это можно было бы как-то преподнести адекватно, что это подарок или еще что-нибудь такое. Да. Но они скрывают и на официальном сайте заменяют фотографию. Был скандал с хирургом. А он живет в каком-то дико дорогом доме в центре Москвы, занимает огромные апартаменты. И в этом же доме жил какой-то хирург, супер там какой-то крутой богатый чувак, который делал ремонт, и пыль, строительная пыль, осела на коврах у этого митрополита, и он выставил какой-то там безумный просто счет. И чувак там не смог лечить своих пациентов и все такое. Ну, какой-то на миллионы рублей. За испорченные ковры на миллионы рублей. Ну, то есть, вот это вот дичайшие суммы там с часами, с этими делами. Ну, и, конечно, политический момент с этим спустирается, который не по одному. Вот, ну, как бы, понимаешь, их же нельзя судить по церковным законам. Их можно судить по гражданским законам. По уголовным законам, по административным. И они не подпадают под... лишение свободы. Это хулиганство мелкое, крупное, еще что-то такое. Но это не уголовщина. А их посадили, да. Их как бы и рушится весь институт. То есть церковь же, Господь уже должен прощать. А здесь их, наоборот, карают. Дико жестоко, несмотря на то, что у них там дети и все такое. Вот какая ситуация. Ну, я смотрела этот ролик, так... несколько лет назад, мне он не понравился, понятное дело. Пусть нравится? Да. Да не в этом дело. Нет, просто сейчас я уже по-другому на это смотрю. Да, так эта вся история показала, что вот, ну, конкретно в России там институт церкви и религии, они вот просто
удаляются друг от друга семимильным шагом. Давай о фильме, потому что мы отходим от темы. Ну, фильм крутой, он такой, немножко смазанная концовка, на мой взгляд, но, в общем-то... Вполне ожидаемо. Да. Я ожидала какого-то подвоха от... Внутри, но его не внутри. Было, его не было в реальной жизни, и его нет сейчас. Да, я его ждала, у нас все компьютеры садятся. Я его ждала, я думала, в чем уже подвох. И подвох был в том, что сам Майкл Китон, герой Майкла Китона, профакал, простите. Да, но я здесь... Но я не исключаю, что... знаешь что? Что? Что вот это как раз немножко придуманная ситуация для того, чтобы сделать фильм ярче. Возможно, да. Потому что... Иначе как смотреть? Ну, должен быть какой-то такой... Как косяк чей-то. Вот, но фильм, он очень ровный, выверенный. Мне очень понравилось музыкальное сопровождение. Они все очень круто играют, включая Руффало. Эта сцена, когда он там бесится, конечно же. Вот. А меня всегда немножко, как это сказать, как коробит, когда... когда появляются какие-то... эпизоды, ответвления, и они не заканчиваются. Вот здесь, например, очень яркая ситуация с этим священником, который совершенно спокойно говорил, да, но вы поймите, я не получал удовольствия, вот этот чувак. Вот, и сестра его выходит, говорит, ты не будешь с ним разговаривать, все, и валите отсюда. Тебе это не понравилось или понравилось? Мне не понравилось то, что на этом все закончилось. Я понимаю, что это мега глобальная тема, и что он был один из сотен даже в этом городе. Что их обучали. Их там 5 человек, нужно 5 журналистов, которых нужно отработать там десятки людей. Но все равно нужно было как-то вот, раз уж они так сакцентировали на этом, внимание на этом чуваке, нужно было как-то его доработать. Они его не доработали в фильме, я имею в виду. Они доработали его в расследовании, но не в фильме. Вот, а так все очень круто. Очень круто играет вот этот главный редактор. Классная фраза. Ты узнал его? Да. Нет? Ну что, скажи про него. Давай, быстрее. Из тарантиновских фильмов. В время каких-то хулиганов. Возможно. И этот армянин. Да, мне знаешь, что понравилось? Мне понравился армянин, когда он говорил о том, что для того, чтобы узнать правду, должен прийти какой-то чужак. Чужак, да. И он и говорит, что этот еврей, он армянин. Да. Вот, но этот чувак был португальцем, но португальец-то католик. Но здесь речь идет именно о городе. Бостон вообще очень английский город. Очень белый город. Там, кстати, ни одного черного. Ну, кстати, дела. Да. Вот. Такой специфический. Ну и отсутствие вот этой централизации, видишь, оно, конечно, привело к этому. Для меня немножко странно то, что действительно были заметки, там 20 священников насилуют детей, и это уходит в никуда. Само по себе, то есть они просто не обращают на это внимания. Но в данном случае, да, речь идет о том, о мощи вот этой самой журналистики и СМИ. И это так же, как в «Карточном домике» в сериале, да, то есть президент США или вице-президент США окольными путями пытается сделать так, вбрасывать какую-то информацию которая СМИ, ему... которая будет ему выгодна, ложная или правдивая, неважно. Но он окольными путями делает себе профит через СМИ. Вот настолько там это сильно, да? И при этом, да, что происходит у нас, когда там телеканал «Дождь», можно посмотреть только в интернете за деньги. И то его постоянно закрывают. Вот, да. И когда пишут, ну, то, что там редактируется удобно, хотя формально у нас тоже свободные СМИ. И можно вспомнить еще другой фильм, он называется «Фаренгейт 911», документальный фильм, один из двух, по-моему, фильмов документальных, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннском кинофестивале, как лучший фильм вообще, документальный фильм, в котором речь идет о том самом теракте 11 сентября, и о том, что, возможно, все это так спланировано, что американцы сами это сделали, и бла-бла-бла, и все такое. В Европе очень много говорили, да, вот смелый чувак снял такой документальный фильм. В Америке он был никому не интересен, потому что об этом уже сказали все открыто, кому не лень. Просто от и до, от начала до конца.
То есть в Америке это признали? Да, ну не то чтобы это признали, но пресса свободно писала об этом, и никто никого не стрелял, не вешал, и никто под поезд случайно не попадал из этих журналистов, понимаешь? Это то есть там действительно жестко. Свободная СМИ. Да, это жестко, но как бы у тебя нет доказательств, и все. Нет, я имею в виду, что жестокие люди убивают свой народ. Вот. Ну, мы сейчас не говорим не об этом, а о том, что о силе влияния средств массовой информации. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я не очень изначально смотрела вот именно на этот фильм, потому что тематика довольно-таки неприятная, я пытаюсь их избегать, я могу сказать, что он достаточно легко пошел и да. Интересно. Окей. Да. Я вот говорил, да, что перед превью. Окей, ты что, принял это? Я говорил, что мне рекомендовал посмотреть этот фильм Илюха, и он сказал, что этот фильм не об этом скандале, а о чем-то другом. И о чем? Как ты думаешь, о чем? Я первая должна? Да. Первая и единственная. Не об этом скандале? О чем-то другом? Возможно, о команде. Возможно. А так о чем же этот фильм, Илюха, скажи нам?